Правильно приготовленный чай из шиповника можно считать домашним лекарством от простудных заболеваний. Основная причина в том, что в шиповнике содержится в 20 раз больше витамина С, чем в апельсине, и в 10 раз больше, чем в черной смородине. Вот как правильно готовить чай из шиповника. Вы можете использовать свежий или сухой шиповник. На 1 литр воды берем 15-30 плодов свежего очищенного шиповника или 3 столовые ложки сухого. Свежую ягоду режем пополам и тщательно промываем, чтобы удалить семена и острые волоски. Кладем ягоды в чайник и заливаем водой температурой не выше 80 градусов. Накрываем чай крышкой и укутываем полотенцем. Настаиваем 1 час и можно пить. Если чай окажется слишком терпким, добавьте ложку меда.